Всем добрый день, с вами Климкова Ксения, руководитель студии эстрадного танца «Ультима». И сегодня мы с вами выучим очень простой степ из стиля хаос. Также он используется в хип-хопе, и вы сможете использовать его на свое усмотрение, везде, когда захотите. Начинаем мы с того, что наше исходное положение будет правая нога спряталась за левой. Левая ножка впереди, смотрит прямо. Правую ногу мы спрятали. Смотрим мы диагональ, корпус развернут туда. Мы с вами начинаем с того, что нам нужно наши ножки поменять местами. Надеюсь, что у всех получилось. Еще раз. Правая нога позади, левая впереди. Меняем местами. Правая оказалась впереди. Левая оказалась на месте правой. Да, то есть они не перекрещены у нас. Вот. Из-за того, что мы развернули бедра, кажется, что здесь такой крестик, но нет. Следующий шаг. Мы прячем левую ногу за правую. Одним шагом. Раз. Да, еще раз. Просто перенесли ногу с левой стороны в правую. Бам. Меняем местами правую и левую ногу. Да, надеюсь, что у всех получилось. Еще раз, медленно, с самого начала. Левая нога смотрит прямо, правую спрятали позади. Меняем местами. Прячем левую ножку. Просто переставили ее. И опять меняем местами. И, в общем-то, вся наша схема повторяется из раза в раз. Мы снова прячем правую ногу, приставляем, меняем их местами. Переставили, поменяли. Переставили, поменяли. Переставили, поменяли. Переставили, поменяли. Быстрая вариация. Это выглядит примерно так. Сейчас, одну секунду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Мы можем делать быстрее. Мы можем подключить корпус обычным наклоном вперед. Мы можем делать широко, амплитуду. А можем делать более мягко. В любой вариации, в принципе, этот степ смотрится интересно. Я надеюсь, что у всех получится его выполнить. На этом я с вами прощаюсь и говорю вам до новых встреч.